Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Телеведущая Лера Кудрявцева в своем микроблоге разместила сюжет со своей наследницей, двухлетней дочерью Машей. Мама и дочка мило спорили, кто же из них сильнее любит друг друга. Вкусный лаваш. Да. Я тебя сильнее люблю. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Нет, я. 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 Ой, как ты сильно меня любишь. А я? Это я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, не я сильнее. Я сильнее. Нет, я сильнее. Я сильнее. Я сильнее. Я сильнее. Ну, я сильнее. Ну, я сильнее. Да, я сильнее. Можно я сильнее? Да, можно я сильнее. Напомним, что Лера Кудрявцева родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова в 2018 году. В августе Маше исполнится 3 года. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.